Приветствую всех, друзья, меня зовут СПТ, и вы на канале Не Спит. Сегодня 28 декабря, как всегда, друзья, в 3 ночи у нас обновляется магазин. Записываем рубрику «Чё почём», прожимайте лайкос, погнали смотреть, что вышло. Ребят, у нас считанные дни уже до итогов розыгрыша в Телеграме. Там 50 тысяч баксов разыгрываю, поэтому переходите в Телегу, закрепленный пост. И врывайтесь. Чё у нас сегодня? Давайте посмотрим. Чё сегодня нас ожидает? Так, ну, Dragon Ball остался, понятное дело. Больше интересно, что нового. Marvel. В самом верху у нас это то, что у нас было вчера. Blade тоже был. 11 вернули, ребят. Очень странные дела. 11 без Лего стиля. Кайфучий скинчик. Что-то ее прям, блин, что-то ее прям форсят и форсят. То есть у нас ОСД не было черт знает сколько. А тут уже закидывают какой? За месяц, наверное, третий раз, наверное, да? Но я ничего плохого не вижу. Объясню почему. Классный скин раз. Топовая кирка 2, топовая кирка 3. Мне очень нравятся кирочки. Ну, эмэцы и бэкпэки тоже, в принципе, ничего. Но вот именно скин и кирки прям офигительные. 2500 баксов. Можно по отдельности все это дело купить, можно вместе. Кому как больше нравится. Так, спускаемся ниже. Здесь у нас Рик и Морти. Рик и Морти туда же то есть, то нету. Его туда-сюда закидывают. Тоже без лего стиля. Хорошая эмоция. С авторским правом, к сожалению, ребят, тут у меня не воспроизводится. Ну, скинчик такой рофильный. Кирка вот эта классная, мне нравится. Ну и огурчик, огурчик, конечно, имба. Против огурчика вообще ничего плохого не сможем, не могу сказать. Дальше еще один от Рик и Морти. И еще один, да, от Рик и Морти. Тут тоже классная кирочка. Неплохой скинчик веселый. Бодрый, дельтик офигительный. Ну, короче, нормуль, тоже нормуль. Дальше еще один у нас от Рик и Морти. Тоже дельтик классный здесь. Интересный. Из грязюки. Скинчик, вилка. Ну, короче, нормуль, 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 нормуль. Опускаемся ниже, здесь у нас Джон Уик. Ну, Джон Уик, понятное дело, топчик. У меня до сих пор спрашивают, как мне Джон Уик. Конечно же, топчик, классный стилик. Классная обертка, офигительная. Две офигительные кирки, классный бэкпэк. Но единственное, что мне лично не заходит, это вот этот бэкпэк. Он просто здоровый и для меня лично неиграбельный. Все остальное просто топ за, ну, то есть за в цену комплекта. Я не помню, правда, сколько он, по-моему, 2400, если не ошибаюсь, стоит. Просто топчик, офигительно. Спускаемся ниже, здесь у нас пошла вкладочка в стиле Fortnite, и это уже Лего, да, это у нас скины, которые идут с Лего стилем. Первый это агрессор за 800 баксов, старенький скин под стандарт, но я такие не люблю, поэтому едем дальше. Дальше это стрела с двумя стилями, с шлемом, без шлема, за полторашку тоже, как по мне, такое себе, ну не знаю, не знаю. Бэкпэк, бэкпэк, кстати, достаточно играбельный. Надо дополнительных стилей уже накидать, потому что там по сравнению со стрелой, допустим, та же трасса, у которой 4 стиля, и поновее как-то выглядит приятнее, она еще и 1200. Дальше идем, это Слоун, неплохой скин, классный, но достаточно большая прическа, объемная, и мешается. Топовый бэкпэк и неплохой лего стиль. Идем дальше, это Тальтек, против Тальтека ничего плохого не могу сказать, штука 200, с хорошим бэкпэком, хороший стиль. Второе, и еще и неплохой лего стиль. Топчик. Так, идем дальше. Это у нас Вольт. Ну, Вольт у нас был, его я показывал. Его можно скипать. Дальше, это Леденца вернули, друзья. Здоровый, не особо играбельный скин. Забавный лего стиль. Здоровый бэкпэк, неплохие кирки. Нормальный дельтаплан. Классная обертка. Вот по мне здесь самое прикольное, конечно, кирки и обертка. Но для этого, конечно, комплект покупать не стоит. Обертку они опять не закинули отдельно. Обертку только в бетет скинули. Зараза. Только в комплект. Потому что оберочку за 300 было бы классно прикупить. Они ее только в комплект засунули. Так, вернули нам Джонси. Это уютный Джонси. Кайфовый скин за 800. Еще один Джонси. Это у нас вязаный Джонси. Уютный мне нравится больше. Я за него. Мишку опять у нас закинули за штуку 200. Неплохой вариант. Если медведя, кайф. И бэкпэк. Нормально. Пускаемся дальше. Это Блик. Классный скин. Но тут он мне нравится чисто. Ну, хотя это тоже ничего. Но, блин, обычный классный. Кайфовый, веселенький скин с хорошим бэкпэком. Дальше это Прозрачный Скелет. Тоже топовый скин за полторашку. С неплохим бэкпэком. Громоздким, правда, чуток. Но скин. Тут скин кайфовый. Дальше это Налетчица. В пряничном стиле. Классические пряники мне нравятся больше. Даже, ну, с учетом, что, правда, она дешевле. Она штука 200 стоит. Но обычные пряники, конечно, поприкольнее. Дальше это кирка скелета, елка здоровая, очень большая кирка, но выглядит круто, ну штуку 200, ребят. Имейте в виду, это молоток пряничный, неплохой,
и дельтик за 500, ну такой в новогоднем стиле, но не особо вижу смысла его приобретать. Дальше это у нас музыка, новой музыки нет, инструменты висят, Weekend висит, я уже не знаю сколько. С первого дня сезона, сколько там, 25 дней уже висит, да? Dragon Ball, Звездные войны, машинка 1, машинка 2. Не хватает одной машинки, одну машинку почему-то убрали, и ламбу убрали, лучше бы ламба еще чуть повисела. И комплект. Вот такой магазин у нас сегодня. Это что у нас получается? Что у нас сегодня, даже я даже не знаю, что сегодня получается самое интересное. 11, наверное, да? Наверное, 11. Вам спасибо большое за просмотр. Ребят, врывайтесь в розыгрыш в телеге, подписывайтесь на мой второй канал, на наш второй канал, называется 2 в кубе по Лего Fortnite. Буду рад вас лицезреть и там, и приходите на трансляции, друзья. Всем спасибо большое за просмотр. Пока.